Футбольные ворота, баскетбольные кольца, мягкое современное покрытие. Во дворе у дома по Куркинскому шоссе 26 появилась новая спортивная площадка. Такому обновлению рады и дети, и взрослые. Очень приятно, что эти объекты у нас все больше и больше в городе Химки. Вот. Так что наши дети, наши внуки, есть где будет им заниматься, развиваться и свою энергию, тот вот детский потенциал, они будут выдавать на этих площадках. Новые спортплощадки появляются в Химках с завидной регулярностью. С начала года это уже 19-й объект, который городские власти презентовали жителям. Возможность на профессиональном покрытии, в хороших условиях провести спортивную тренировку, поиграть и отдыхать – это новое качество жизни. И та программа губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Спорт для всех, спорт каждый двор» мы реализуем очень активно, благодаря поддержке наших депутатов, благодаря тому, что администрация городского округа в лице нашего главы Дмитрия Волошина уделяет большое внимание именно физической активности и развитию спорта в нашем городском округе. Власти Химок активно поддерживают и поощряют спортивный образ жизни химчан. Во дворах и парках городского округа уже построили более 350 спортивных и детских игровых площадок.